Значит, прямой удар ногой учит точно так же. Еще раз напоминаю, у нас какая? У нас нет как таковой стойки. Так, просто формально это используем. А так у нас вот разговорная стойка. То есть мы стоим тих-тих, хватит, все. Разговорная стойка у нас, ручки впереди, ладошки открыты. Ладони открыты в психологии, это значит отсутствие агрессии. То есть, да, поэтому руки вверх поднимают, да, ладони открыты. То есть показываем, это изначально так, так в природе заложено. Поэтому мы держим так, то есть его действие, либо ты с ним как-то его уговариваешь, и он, ну, если он вменяет, да, он может уговориться как-то. Или он просто дебил, и тогда он наоборот начинает злиться. Ну пускай злится. То есть я его уговариваю, он мне бьет так прямой удар. И надо бить. Бей. Быстро, резко, все как положено. Никаких игр, никаких там подыгрываний. Вообще никогда не этого не делайте. То есть все. То есть то же самое движение. Мы. Точно так же. Как с руками. Когда мы делали с руками, движение было, круг был снизу вверх на себя. Да? Видите? Мы его как бы наматывали. А здесь мы его от себя отсекаем. И вот смотрите. Здесь я как бы и не ухожу от него. Пусть будет так, чтобы вы увидели, что я не имею. Что вы увидите, что мне уйти некуда. Что вот здесь факт, что я чем удлиняю, да? Вот. И вот идет удар, видите, куда? Он улетает просто. Я ему создаю вот это вот. Вот это вот. Это, опять же, рикошет, эту линию создаю, куда он уходит. Я его убираю. Бам, он приходит ко мне навстречу. Вот. Теперь резко, быстро, да. Он здесь уже упал. Он устал. Если же, почему руки идут опять, да? Опять. Я ему сделал двойку. Вот это происходит двоечка. Раз, два. Но если он как каратист ударил, и тут же рукой, я в общем ничего не меняю. То есть у меня в голове должна нет задач даже там. Угадать, бьет он или не бьет. Будет он бить рукой или не будет. Я не угадываю, я организовываю движение, в которое он попадается. То есть тот же самый левый джеб у меня сейчас был как сбивающий корм. То есть я как организовал движение, так оно происходит. У меня нет времени думать, как, что, когда, почему. Происходит атака, я завожусь и пошел. Все, мне некогда думать. Я завелся и пошел. То есть его атака – это ключ, это стартер. Он атакует, а значит, я бум, кнопку нажал во мне. Я завелся. И уже это его проблема, а нечего было включать. Правильно? Не надо было включать стартер. Ясно, да? То есть движение точно так же. Мы отсекаем. Раз, отсекаем. Отсекаем. Вот это движение как ножом отсекает. И это отсекает. Вот это свободное начинает бить. Это не значит, сейчас некоторые подумают, вот когда всегда показываешь медленно, по частям, приходится утрировать, и сразу у нас жумных, вернее, не умных, а грамотных много, умных мало, а грамотных-то полно. И все начинаются, а вот если ты вот так встал, вот ты же построил вот так голову, так не надо эту голову ставить. Это не надо так ставить голову, чтобы понятно было, как тысячу раз ставить одно и то. Все, надо не дать возможность ему развить эту атаку. Не дать, опять же. Опять же сбоку. Вариантов-то здесь куча. Вариантов-то куча. Можем делать и делать и делать. Придумать, дело не в этом. Организовать движение, не думать. Вообще не думать. Просто организовать движение. Все. Поехали.